Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркет, составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Амаркет с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент с конкретными торговыми рекомендациями вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня, поскольку понедельник, также еще одна ремарка, в 16:00 по московскому времени состоится вебинар «Правильный понедельник», причем тему предлагаю определить вам. Сегодня в телеграм-канале, о котором я уже упомянул, будет запущено голосование. Мы предложим вам несколько тем на выбор по разным сегментам финансовых активов. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, то есть будет более вам интересна, эта тема будет основной в ходе моего выступления. Я попробую ее со всех сторон раскрыть. Ну что ж, вкратце, что нас ждет на этой неделе? Сегодня низколиквидная торговая сессия, поскольку в США отмечается День президента. Но дальше по ходу недели событий будет предостаточно. Во-первых, протоколы в среду последнего заседания американского регулятора. Мы за долларом в последнее время еще активнее следим, потому что наконец-таки американская валюта стала демонстрировать ту динамику, которую хотелось от нее увидеть очень давно. Это тенденция роста, которая, на мой взгляд, сохранится. В четверг нас ждут годовые данные по ВВП США, в пятницу блок статистики по личным доходам и расходам. И еще в четверг будет отчет по инфляции в Японии. Доллар-иена, пара, которая завязана сейчас на перспективах изменения монетарной политики в Японии, а на эту политику влияет как раз показатели инфляции. И я бы отвел предстоящему релизу по инфляции чуть ли не самое значимое значение и важную роль в плане фундаментальной статистики этой недели, потому что полагаю, что движения японской иены могут оказаться значительными. Ну, давайте вкратце тогда подробнее поговорим на вебинаре о том, как мы начинаем неделю и что нас ждет. Ну, а для разогрева, опять же, такая краткая сводка. Индекс доллара 103.50. Помним, что на прошлой неделе было много макроэкономических данных, которые подсветили тот факт, что в месячном выражении в США вновь актуальны риски роста инфляционного давления. Индекс цен производителей повторил динамику, даже несколько превысил динамику месячного роста индекса потребительских цен основного и базовой инфляции. То есть, если в начале недели, мы помним, месячная инфляция основная выросла на 0,5%, это правда январские цифры, базовая инфляция прибавила 0,4%, индекс цен производителей вырос на 0,7%. Это все разговоры, друзья, об инфляции. Важные компоненты, которые влияют на монетарную политику американского регулятора, на темпы повышения ключевой процентной ставки и, соответственно, на доллар. Чем больше у нас будет дальше свидетельств того, что инфляция, скорее всего, может вновь выйти на траекторию роста даже в годовом выражении, тем более мы будем уверенными в том, что американский регулятор будет дальше придерживаться своей жесткой монетарной политики, дальше будет повышать процентные ставки, дальше будет разгонять доходность американских облигаций, тем самым способствовать сохранению восходящего тренда по индексу доллара и оказывать давление на рисковые инструменты, потому что если американская валюта крепчает, разумеется, риску приходится отступать. Не могу не отметить еще два выступления представителей американского регулятора, в частности Лоретты Мейстер, которые были довольно конкретны на заявление, на конкретный, на комментарии. В частности, Лоретта Мейстер отметила, что инфляция все еще остается высокой, поэтому американскому регулятору необходимо поднять процентную ставку до 5,5%. Напомню, что сейчас ставка американского регулятора 4,75%. Только на уровне 5,5% инфляцию можно будет контролировать монетарными инструментами. И следом за ним буквально Джеймс Буллард, который нам известен, я вовсе считаю, что он является одним из самых авторитетных представителей Федрезерва, непосредственно после Пауэлла, и Лайль Брейнард, который является заместителем председателя американского регулятора. А Буллард
тоже дал понять, что дезинфляционный процесс в американской экономике может и начался, но для того, чтобы он сохранил тенденцию, устойчивую тенденцию, и дальше американскому регулятору сейчас как никогда нужно быть решительными. Но читая между строк, я думаю, что тоже был сделан намек на необходимость еще одного этапа, даже цикла, может быть, повышения процентной ставки. Десятилетки доходности американских облигаций, которые являются индикатором, в принципе, того, куда в конечном счете может стремиться ключевая процентная ставка и как рынок облигаций закладывается под идею дальнейшего ужесточения монетарной политики. Десятилетний трежерис сейчас котируется на отметке 3,81, это максимум за много месяцев. По данным FedWatch, вероятность повышения процентной ставки на трех заседаниях подряд сейчас составляет чуть ли не 90%. Citi, Goldman Sachs, Bank of America прогнозируют, что в марте, в мае и в июне ставки будут повышены на 25 базисных пунктов на каждом заседании. Но я предлагаю вам мыслить несколько более амбициозно и с учетом всего, что я отметил, допустить, что ставку, например, в марте на ближайшем заседании в конце марта оно состоится, ставку могут поднять на 50 базисных пунктов. Поэтому вывод здесь напрашивается сам собой. Индекс доллара пока что сохраняет тенденцию роста, и я рекомендую удерживать длинные позиции. По другим финансовым активам все без изменений. Фунт против доллара 1.2030. В пятницу вышли сильные данные по розничным продажам. В месячном выражении был зафиксирован рост на 0.5%. Прогноз предполагал снижение на 0.3%. Но нужно понимать, что если розничные продажи остаются на высоких значениях, значит инфляция будет еще выше через месяц. И значит, британскому регулятору придется дальше активно повышать процентную ставку. А это, как я ранее для вас разбирал прям подробно, исключительно негативный фон для экономики в целом и для британца. Ждем снижения пары ниже отметки 1.20. Доллар-иена 134.08. В четверг выйдут данные по инфляции. И независимо от того, как бы нам сейчас хотелось поспекулировать на теме того, что действующего главу японского регулятора Куроду заменит Уэда, нужно понимать, что несмотря на его взгляды, несмотря на те точки зрения, которые ранее озвучивались, и прогнозы того, какую политику он будет проводить, я точно могу сказать, что ему придется отказаться от мягкой экономической политики из-за небывалого просто риска дальнейшего роста инфляции. Инфляция в Японии уже бьет многолетние рекорды, и в этот четверг мы увидим, что инфляция, скорее всего, уже превысила 4,5%. И я полагаю, что даже если бы мы не говорили о преемственности власти и о том, что очень скоро там сменится руководство, при такой инфляции, даже при Куроде, мы стали бы закладываться под то, что обязательно японскому регулятору придется полностью отказаться от диапазона колебаний национальных облигаций и даже уже начать анонсировать повышение процентной ставки. Поэтому по доллару иене снова ждем закрепления ниже поддержки 130. Золото 1842. Лоу прошлой недели был на отметке 1818. Сейчас, если анализировать сантимент, индекс рыночных настроений, 35% трейдеров золото шортит. Соответственно, большинство золота покупает. И отталкиваясь от этих данных, я считаю, что нужно оставаться пока что на стороне меньшинства и ждать развития, дальнейшего развития нисходящей динамики. Рынок нефти 83.36. Здесь тоже фон пока без изменений между молотом и наковальней. Как я выразился в прошлый раз, сейчас котировки нефти на Brent и WTI находятся. Негативный фон – это рост запасов, продажа стратегических резервов в США. Позитивный фон – восстановление экономической активности в Китае. Очень много индикаторов об этом говорят. И санкции против российских поставщиков, эмбарго, ограничения на поставки. Потолок цен – это то, что ограничивает предложение, что в конечном счете создаст долгосрочные факторы роста для цен на Brent и WTI. То есть длинные позиции здесь остаются актуальными. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!